Привет, меня зовут Павел Абастов, и в этом видео я открою 200... чего? Я же ничего еще не покупал, вы чё, какая оплата отменена? Я ничего не нажимал, чего? CSGO сам списывает деньги, да ну нафиг. Что за трэш, оплата отменена. Короче, давай заново. Привет, меня зовут Павел Абастов, и в этом видео я открою ровно 200 звезд операции «Расколотая сеть». Я надеюсь, ты поддержишь меня своим царским королевским лайком. Пожалуйста, не роняй бомбочку, террористик. Я вношу некое разнообразие в свой контент, помимо прохождения крутых игр, помимо контрактов обмена, помимо открытия кейсов. Я вот хочу увеличить свои звезды. У меня сейчас 1489 звезд. Когда я пройду данную операцию, будет 1500. Вот сейчас я 200 куплю, и потом еще 300 куплю, если это видео наберет больше 300 лайков. Давай так, потому что я все-таки трачу свои деньги, YouTube мне ничего не приносит. И, ну, реально, твой лайк будет для меня очень большой поддержкой. Ладно, давай покупаем звезды, выбираем купить 100 звезд, купить 2900 у меня списывается. То есть за это видео я потрачу 5800 рублей. Активировать. Фух. Так, морской узор. Да ну нафиг, уже сразу фиолетовый выпадает, не верю. Прикольно, ладно, давай листаем, что нам еще выпадет. Так, стикер лягушачий зеленый. Кстати, стикеры, я думаю, подорожают после того, как операция завершится. Как и наклеечки, так кейсик. Это, кстати, на открытие будет, я пока их приберегу, так сказать. Так, черноволк. Прикольный оперативник, прикольно, ладно. Баррикады СГшка, тоже неплохо. Помимо этого есть, о, и голографическая. Привет, хорошо, ладно, идем дальше. Запечатанный граффити, чмок, дорожный, желтый. Ну, тоже неплохо, в принципе. Так, кейсик, это кейсы всегда, это хорошо. Дальше у нас выпадает наклейка Тертех. Тертех, что за название? Новое граффити сияние звезды, тоже прикольный. Кстати, я заметил, что почему-то вот розовенькие граффити, вот розовые и такие вот кроваво-красные, они стоят почему-то максимально дорого. Может, типа красный цвет означает какую-то, не знаю, ярость, агрессию. Понятия не имею, но почему-то вот розовые и красные самые дорогие. Поэтому, если ты хочешь инвестировать в стикеры, имеет смысл закупать красные и розовые. Так, ЦЗ-шка Индиго, тоже неплохо. Идем дальше, кейсик, тоже хорошо. Дальше упадает граффити, окей, тигровый, оранжевый. Оперативник, мясник, феникс. Ну, кстати, вот этот оперативник неплохой. Единственное, если бы он был бы не красного цвета, а какого-нибудь зеленого, то тут было бы вообще шикарно. Прикольная у него медузка на спине. Ладно, идем дальше. Прибой с этой маркой выпадает. Тертех наклеечка, сияние звезды, кейсик. Ну, в принципе, неплохо. Что я могу сказать? Выпадает наклейка Тертех, выпадает граффити 200 IQ. Кстати, тоже прикольная граффити, мне нравится. Выпадает красный камень из коллекции Север, неплохо. Выпадает кейсик, выпадает аплодисменты, траншейный розовый. Это не розовый, это какой-то серо-белый цвет, какой розовый. Головорез, ну, прикольный. Вот это, кстати, прикольный оперативник, мне он, честно сказать, очень нравится. Помимо него выпадает бидзон чайка. Почему-то прямо с завода пушки не выпадает, я вот заметил, уже сколько звезд открываю. Дальше выпадает наклейка Тертех, опять-таки выпадает нет слов, нежный розовый. Вот это, кстати, нормальная наклейка, будет стоить денег. Далее у нас на очереди синяя мурана из коллекции канал. Вот это, кстати, прикольная ук. Мне он очень нравится, прям очень заходит. Ладно, выпадает кейсик. Сейчас должен быть красный оперативник. Надеюсь, это будет Ава, потому что Ава хорошо стоит по цене. Так, ночной бюре. Кстати, вроде прямо с завода, смотри. Он чуть-чуть покоцанный, скорее всего, прямо с завода. Это хорошо. Так, дальше у нас выпадает преступный гений. Наклеечка. А дальше выпадает, ой-ой, жуткий фиолетовый. Ох-ох, прикольно. Боже, что я несу? Короче, выпадает следующий у нас кейсик новый, выпадает наклейка в паутине, выпадает бип взрыв. Вот это я не понимаю, типа бип-бип, типа в чем прикол? Кстати, 222 уровень, 222 звездочка. Ладно, идем дальше. Так, мистер Мохлик, элитный отряд. В принципе, неплохо, это хороший оперативничек. И у нас остается ровно 2 дропа, это скорее всего кейсик и граффити. Нет, брызги волн. Кстати, походу прям... А, нет, ну вряд ли прямо завод, да? И нам выпадает кейсик. Окей, вот у нас 100 звезд. 1589 уровень, осталось ровно 100 звезд, и все, как бы все, а что поделать. Ладно, авторизуем следующую покупочку, 2900 у нас еще списывается, авторизую, у меня на балансе остается мало денег. Блин, такие деньги трачу на открытие, пожалуйста, вот подержи лайком, мне очень будет приятно, если ты поддержишь меня лайком. Активизируем, и у нас
из сета марк выпадает сразу закатная лилия, выпадает запечатанный граффити отказ. Дальше у нас выпадает наклейка Тертех, выпадает кейсик из расколотой сети, выпадает запечатанный граффити глупыш, акули белый, ну и граффити капец. Выпадает дважды Макой, кстати, неплохой оперативник, мне он очень нравится. Офигенный оперативник, дважды Макой, блин, вот это вот респект за такого оперативника. Конечно, это нифига не окупает, но в любом случае прикольно. И, кстати, в конце этого видео мы посмотрим, сколько это все стоит, вообще окупились мы или нет. Но, скорее всего, нет, потому что Ава нам не выпала и, ну, короче, вряд ли. Вот этот Галил Смерч, хотя если какая-то пушечка выпадет из коллекции какой-нибудь, будет прикольно. Наклейка золотая сеть, ладно. Граффити, окей, кровавый красный. Это, кстати, хорошее граффити, оно будет стоить много. Кейсик, расколотая сеть. Помимо этого, наклейка в паутине голографическая. Кстати, почему-то нам металлическая не выпадает наклеечка. Золотистенькая, ладно, идем дальше. Выпадает запечатанный граффити, лампочка, акули белый. Дальше нам выпадает... Ой-ой-ой-ой, красная оборока, синечка нам выпадает, ля-ля-ля-ля-ля. Хоть бы прямо с завода, надеюсь, прямо с завода, потому что она много может стоить. Ладно, идем дальше. Выпадает нам кейсик расколотая сеть. Выпадает запечатанный граффити 1G. Не понимаю, что это значит, королевский. Что такое 1G? Пожалуйста, напиши в комментариях, мне очень интересно. Выпадает Драгомир Кавалерия. Помимо этого выпадает МАК-10 прибой. Вот почему-то он очень часто выпадает, вот этот вот МАК-10. Ладно, идем дальше. Выпадает наклейка преступный гений. Выпадает запечатанный граффити рожица, дорожный желтый. Прикольный, кстати, граффити. Так, помимо этого выпадает кейсик расколотой сети. Выпадает наклейка спецтех. Выпадает запечатанный граффити мини-ЕС, акули белый. Это МП-7 сажа. Вообще дурацкий, некрасивый, ой мой бог, а. Так, выпадает кейсик расколотой сети, дальше выпадает запечатанный граффити задумчивость, лягушачий зеленый, и я полагаю, что походу все. Так, диверсант, элитный отряд. Вот это, кстати, прикольный диверсантик, мне он очень нравится, вот честно, затеров, это, наверное, один из самых крутых скинов по моей версии, если честно. П-19 Бизон Чайка, выпадает наклейка спецтех, выпадает запечатанный граффити наступила смерть взрывной розовый, кстати, вот это прикольный граффити. Далее выпадает ЦЖДшка Индиго, вот она тоже, кстати, часто выпадает. Помимо этого выпадает кейсик расколотой сети, выпадает запечатанный граффити курочка пластиковый синий, SSG-08 красный камень, выпадает наклейка спецтех, и сейчас будет какой-то оперативник красненький, по-любому, да? Нет, запечатанный граффити не мой вопрос, акули белый и оперативник, нет, кейс, ладно, сейчас оперативник будет, вот сейчас, сейчас, вот прям сейчас, оперативник. Нет, наклейка золотая сеть, ну, но сейчас это оперативник будет. Окей, запечатанный граффити усмешка. Сейчас, скорее всего, будет какая-то коллекция, оперативник и кейс. Вот скрин. Барам! Так, стопэ. Так, доктор Романов, кавалерий. Вот это прикольно выпадает. Окей, уже хорошо, уже прикольно. Ладно, сейчас будет граффити и коллекция, либо кейсик. Ладно, погнали. Выпадает нам каменная кладка из коллекции Каналс и выпадает кейсик. Вот и все, вот и 200 звезд подошли к концу. Давай посмотрим, сколько же все это стоит. У нас, кстати, 1689 уровень. Так, эскейп, эскейп. Давай посмотрим вот по новизне, вот смотри. Немного поношено. Ну, короче, давай так, перейдем и посмотрим, сколько все это стоит. Погнали. Итак, а вот итог. Мы потратили, смотри, мы потратили 2900 умножаем на 2, 5800 рублей мы потратили. Если минуснем мы... 3534,99, то получается мы в минусе на 2265 рублей, это с учетом комиссии Steam. А так мы выбили дроп на 4000 рублей. В основном тут граффити самый дешевый, ну и сейчас покажу тебе, что самое дорогое нам выпало. Итак, по цене. Самое дорогое, что нам выпало, это SSG-08 морской узор, в износе закаленная в боях из коллекции CT-Mark, это запрещенная снайперская винтовочка, поэтому она стоит 1362. Помимо этого, оперативники 530 за 300 рублей. Кстати, в последнее время, после обновления патчей в CSGO, оперативники резко подорожали. Именно поэтому в последнее время открывать и покупать звезды намного выгоднее, чем открывать кейсы. Как ты видишь, какой я дроп выбил, я еще буду в будущем открывать звезды. Мне еще осталось ровно 300 звезд, кстати, посмотри, что мне еще выпадало. То есть в основном, как бы, оперативники и пушки самые дорогие, ну и кейсики, само собой. Вот что мне выпало, как ты видишь, это весь дроп, который мне выпал, ровно 4000, то есть без комиссии Steam, без учета, как бы мы в минусе на 1800 рублей. Это не такой большой минус, с учетом того, что нам может выпасть что-то реально годное. Как ты видишь, вот весь дроп, который мне выпал. И вот такое было видео. Если под этим видео, кстати, будет... давай так. Если под этим видео будет больше 300 лайков, то я куплю еще 300 звезд. Вот у меня сейчас 1689 уровень. Будет 1700 в конце. И в итоге 2000 уровень у меня будет. Если хочешь продолжение по открытию звезд, то поставь лайк под это видео и напиши комментарий, типа, хочешь ты либо не хочешь. Как только наберется больше 300 лайков, я запишу видео, в котором куплю
300 звезд, чтобы у меня был ровно 2000 уровень. Помимо этого, подписывайся на мой YouTube канал. Но если ты хочешь меня как-то больше поддержать, чем лайк либо комментарий, есть спонсорская подписка. Но это прям для супер богатеев YouTube, у которых есть 25 рублей. А на этом все, такое было видео. Я напоминаю, что с тобой был я, Павел Абастов. Еще увидимся в следующем видео и пока-пока.